Вместе встретили рассвет и вступили в ряды Союза детских организаций «Сияющие звезды». Так отметили День пионерии ребята из сородских дружин и пионерских организаций. Ежегодное мероприятие «Пионерская зорька» торжественно открыли выносом знамен. В этом году впервые это сделали на электросамокатах. Поздравить ребят с праздником пришел сводный отряд барабанщиков, вслед за которыми уже опытные пионеры станцевали флешмобы. В этом году на мероприятии затронули тему космоса, поэтому в программе были тематические песенные номера. А также ребята запустили в небо уменьшенные модели ракет. Каждый год атмосфера мероприятия меняется, но именно в этом году мероприятие было очень торжественное и праздничное. Пионеры из каждой организации сделали самолетики и журавликов, которые они прикрепили к 100 шарам и отпустили в небо. Степан Борисов, Руслан Лапшин. Объединение «Журналистика» для службы новостей «Саров-24».